Всем привет! И с вами я, Станислав Попов. И это, наконец-таки, видео. Да, я понимаю, что долго видео не было, но у меня... Я просто не мог. У меня были на то веские причины. Сегодня мы играем в Roblox, как ни странно. В игру под названием Клипер. Суть игры заключается... Это по арсеналу, только на минималках, но с скинами. Но не с такими большими. И с реальным оружием. У меня будет на протяжении всех моих видео... Наверное, вряд ли всех. В общем, на протяжении этого видео у меня будет точно лагать. Как вы видите, эти лаги уже проявились. Да. Как-то так. Я, конечно, не нашел лаги. Это не очень хорошо, но комп у меня не такой мощный. Минус один. Просто ассасин. Вот это рифма. Я знаю. Минус. Я в этой игре уже, ну, наверное, дня 4-3. И в эту игру очень легко научиться играть. Тут простое управление. ВСД стрелять левой кнопкой мыши, прицеливаться правой. Но работает это только на снайперках и все. И еще есть нож. Нож убивает с одного удара. Опа, М1 Гарант. А вот М1 Гарант, это он тяжелый, у него мало патронов, зато убивает с одного попадания. А. С лагами не будет удобно играть, но ничего страшного. Я привык. Кто? Минус один. Ну что, не знаю, что я здесь. Так, произошли небольшие технические шоколадочки. Блин, как вырезать этот момент из вас? Он вообще не в фильм вписывается. Но ничего страшного, я думаю, вы потерпите. Минус. Я готов рвать и метать. Огонь! Молодцы, ребята. Собираемся на пиндосовскую базу. Минус один. Снайпер. Надо прийти и надавать этим. Америкос. Сейчас отомщу. Я всем отомщу. А еще здесь я все снайперы вражеские. Блин, я бы не попасть не могу. Чё за... На! Лови, лови маслину.
Пусть у нас там. Да, блин. Да! Кройса! Все, минус Кройса. Минус 3. Все просто. Разгон дикий, лютый разрыв. -4. -4. Так. Заставляем лагать. Вот это я понимаю, это прикол. Ладно, теперь я готов рыва. Подумаешь, осталось 9. Подумаешь, я потратил на одного врага 19 патронов. Какая разница вообще? Что враг, что 19 патронов, одно и то же. Ничего страшного. Ничего, у меня калаш, у меня лучшее оружие в мире. Опа! Assassin's Creed. Да, ассасинился. Глотай пули! Сразу троих просто с одной обоймы. Да, просто дикий разрыватель. Все. Минус. Черт. Меня расстреляли. Так, это был свой. Но я ошибся, с кем не бывает. Что ты там в крыску а-ля крыса засел? А где он? А куда он идет? А что пришло? Я не понял. Нужно идти спасать Бретона. Как говорится, брат за брата. Короче, ребят, надеюсь, это видео поднимет мой канал в топ. Мы наберем 18 триллионов подписчиков. Короче, просто подпишитесь, поставьте лайк. Я не умею делать эти крутые анимации, как у большинства ютуберов на ютубе. Я просто не умею монтажировать. Я не умею монтажить. Я не умею монтажить. О нет. Я не умею монтажировать. Поэтому просто подпишитесь. Мне вам легко, а мне приятно. Вообще, кстати, некоторые кусты не простреливаются, а вот некоторые, как в этом случае, они простреливаются. Не очень корректно. Ну, ладно. Какая нам разница? Мы игроки. Мы не бета-тестировщики. Надеюсь, эту игру уже до нас кто-то тестировал. Новая карта.
Ладно, я думаю, на этом можно закончить.